Не скоро зубы полезут, но подготавливаются. Что делать? Так что делать? Нет уже силы. Воля отличная от мужа, который бросил. Я не могу без него, что только не пробовала. Я не знаю, что посоветовать в таком случае, правда. Ну, время. Время нужно. Не все так быстро. Тем более, это только показатель того, что вы любили по-настоящему. А что у нее с губами? Вот когда вы пишете мне в прямой эфир, что у нее с губами, вы к кому обращаетесь? Так вот, нужно время. Вот. Потом встретится человек, который будет хорошо к вам относиться, и все забудется. Пожалуйста, просто перестаньте. Я реально, я вас очень прошу. Перестаньте спрашивать про отца ребенка. Мы не общаемся вообще никак. И никакие праздники этому не показатель. Ничего не поменяется, если будет какое-то 8 марта, какой-то там день рождения. Ничего от этого не поменяется. Нет, никак не общаемся. Пожалуйста, хватит мне задавать вопросы. Для меня человека не существует. Так же, как и мы для него. Так что, пожалуйста, давайте не будем. Я не могу как-то сделать так, чтобы мне было удобно. Вот. Дочь ее кушает. Видите, у меня одна рука там. Так, Ирина, ты вернешься на дом 2, говорят же, вроде. На дом 2. Я, пожалуй, пропущу этот вопрос. Я сейчас, вот честно, вот последние дни я вообще из дома не могу выйти. У меня не хватает сил ни на зал, ни на что, вот по чесноку вам говорю. При том, что мама помогает, как бы все равно последнее время тяжеловато. Поэтому не могу ответить на такие вопросы. Тебе плохо не было после родов, слабость? Мне было ужасно. Вот я не могла пошевелиться. У меня был сильный озноб. У меня была температура 39 с чем-то. Там то ли 39,2 или 39,4. Что-то такое, короче. 39 с чем-то. И меня знобило, меня трясло, мне было очень-очень фигово после родов. Так. Я тебя так понимаю, моей доченьке уже 5 лет, но впервые первый месяц было очень тяжело, плакала сильно, то животик, то зубки, то вообще непонятно что. Ночью бессонные, не знакомы. Ну, а куда деваться? Здесь свои плюсы, здесь свои минусы. Ну, ребенок растет, постоянно что-то новое будет. Я это понимаю. Смотрю. А сколько сегодня ночью малышка легла? Блин, поздно, ребят, упал. Пятого, наверное. Ну, это из-за того, что вот она иногда капризничает, и такие вот ситуации происходят. Найдется тот человек, который полюбит тебя и дочку. Ты большая молодец, все у тебя хорошо и будет еще лучше. Спасибо. Скажи, какую смесь ты кормишь? О, ней, не кормлю малышку. Микрофон закрыла. Блин, да что такое? Спасибо большое за комплименты. Я просто читаю, поэтому так иногда вот такая с телефон. Твой придет в правильное время, ты это почувствуешь. Спасибо. Конечно, мы все рождаемся для кого-то, и всегда нужно понимать, что после черного, черный после цвета приходит белый, и так это не просто слова, и там принято так говорить, а так оно и есть. И
в трудные минуты как раз-таки это и помогает. Ты просто понимаешь, что это все временно, это пройдет, все будет хорошо. Может быть, это в этот момент ты пытаешься как-то утешить, но это лучше, чем просто сидеть и плакать. Очень много вопросов про прошлое. Я не знаю уже. Не задавайте мне эти вопросы. Кому я запрещаю, что если человек хочет, он все сделает для того, чтобы общаться со своим ребенком. Он все сделает для этого. А если человек этого не делает, значит, он не хочет. И все это просто слова, то, что очень легко скинуть все на другие плечи. Поэтому будьте, пожалуйста, умнее. Это я говорю к тем, кто... Да, блин. Сейчас. Короче, не надо мне задавать эти вопросы. Мне неинтересно это все. Я не хочу отвечать больше на эти вопросы. А их очень много, вот честно. Их очень-очень много. Маленький. Так. Ой-ой, сколько вопросов я пропустила. Ужасная связь, пишите. Блин. Ужасная связь. Блин, а что делать? Я не знаю, я уже вообще аккуратно стараюсь. Привет, в чем заключается прямой эфир? В прямой эфир заключается просто в прямом эфире. Вот. Просто читаю, общаюсь с вами. Мне даже надо. Я в телефоне. Кушать хочешь? Не, мам, спасибо большое. Какая фамилия и отчество у ребенка? Это тайна. Фамилия. Вот и отчество я дала этот Дмитриевна. Ладно, Дмитриевна. Просто не вписала в это свидетельство. В общем, что? Зубы не хочешь выровнять, а вы не хотите выровнять свою грамматику? Может, мои зубы тогда станут ровнее, если вы будете более грамотнее писать. Ира, когда ты первый раз пришла на проект и голосовала за тебя, тогда очень понравилось. Мне очень хотелось, чтобы тебя оставили. Спасибо большое, но мне казалось, что обычно я никому не нравилась, когда пришла на проект. Ну, спасибо. Связь норм, хорошая связь, отлично. Девчонки, вот скажите, вы довольны этим днем? Давайте вот по чесноку. Мне интересно, вот вы довольны этим днем? Вот 8 марта, да, женский день. Все было так, как вы хотели. Когда Лялю покажешь? Лялю покажу. Скоро покажу. Нужно быть готовым. На самом деле, вот если там зайти в какие-то группы, там дома, с кем-то такие, знаете, не особо популярные, там могут написать, допустим, какой-то пост про участника. Читаешь этот пост, а там человек просто, ну, он тебя как бы не любит, и он пишет немножко о тебе в негативном ключе, переворачивает твои слова. И все такие: о, ничего себе, типа, какая она фиговая. И вот на таких группах очень много хейта, да, у всех есть, там, у каждого человека есть хейтеры. И вот из-за этих людей я, конечно, и откладываю то, чтобы показать вам Милану. Просто мне не хочется, чтобы моя Милана разлеталась по разным группам, и ее обсуждали люди, как и что. Ну, те, у которых нету, вот, знаете, чего-то доброго и хорошего внутри. Я знаю, что вы ждете, вы всегда там мне хорошие слова только пишете, но есть и негативные люди. Ну, есть такие...
зажала мне. Нет. Я работала. Нет. А почему? Значит, вы меня понимаете, да? Почему я хочу, чтобы поскорее этот день закончился? Да нет, я уже... Опять шуршалка здесь. Я уже просто проснулась и понимаю. Так, сегодня 8 марта. Просто обычный день. Потому что в этом году, ну, вообще никаких праздников, нету праздничного настроения. Там было мое день рождения, просто целый день дома просидела, так еще и проревела, потому что там у меня разворачивалась какая-то... Ну, вся движуха разворачивалась как раз-таки вот в это время. Это было начало декабря, и очень много было разных у меня конфликтов, и все такое. И... Потом Новый год, потом 14 февраля, потом... Такие, короче, такие праздники, я их вот в этом году... Прям не жду. Хочу, чтобы они скорее закончились. А вот в следующем году, вот в следующем году, все будет прекрасно. И у меня, и у вас. 100%. Просто 1000000%. Потому что не должно быть всегда все плохо. Нет, ну я не к тому, что все плохо. А я к тому, что... Во-первых, Милана подрастет. Будет полегче. Мы уже сможем... гулять вместе нормально, там она, я буду уже лучше понимать, уже не, ну, не всегда на ручках, она уже будет, ну, гулять в плане того, что она будет ходить, вот, она уже будет большая, уже как-то будет немножко полегче, и все наладится вообще. Кто, о, господи, опять эти вопросы, кто любит этого ребенка, тот находится с ним рядом. Надеюсь, я ответила на этот вопрос. Кто не хочет, ищет причины и оправдания. Сейчас, спасибо большое. Нет, я не одна живу, я живу у мамы. Нет, недоволен, муж и сын болеют. Выздоравливайте. Мой, нет, муж даже цветов не принес, еще и денег забрал. Вот. Бывают же такие. Обалдеть вообще. Ну, не расстраивайтесь. Все будет хорошо. Но с таким мужем не знаю. Дело, на самом деле, не в цветах-то. Дело-то внимание. Мы, нам, девочкам, нужно просто внимание. Да, милаш? Какие кулешечки. Нет, самый обычный день. Настроение даже хуже не получаешь, когда что-то ожидаешь. Поэтому ничего не ожидайте, чтобы не огорчаться, и сильнее будете радоваться, когда не ожидаешь, а получаешь. Поэтому я уже... Ко всем таким дням стараюсь относиться обычно. Ну, а в глубине души, конечно, у нас у всех есть какие-то свои надежды, что этот день как-то придет по-другому. Ну, ладно, на самом деле, это все праздники, все это все придумали люди. Ну, 8 марта, ну, сделайте другой себе день. 8 марта. Сколько праздников еще впереди. Алло! Так, обычный день. Поздравили всех женщин, девушек с праздником. Муж спросил, поздравлять ли меня также. Я ответила, нет, вот и весь праздник. Кого похожа крошка? Ну, мне кажется, на отца ребенка очень. Так.
Ладно, ребят, уже обязательно все будет круто. Самое сложное первые 2-3 года. 2-3 года? Я надеюсь, что все будет пораньше хорошо. Вот, ладно, всем... Блин, чуть ножкой не выключила. Все, всем пока, всех с 8 марта, с праздником. Я пошла в магазин, хочу сейчас купить вкусняшек. Да, вот. Уже не могу, не кисло.